пальмовые. Гала-концерт фестиваля «Волна идей 2018». Мы всех вас будем ждать здесь, а также мы хотим вам напомнить про наш инстаграм-конкурс. Вы можете все подробности найти на нашем аккаунте в инстаграме. Вам нужно выложить самую пафосную фотографию фестивальной майки «Волны идей 2018» с определенными хэштегами, отметив наш аккаунт, и тогда вы получите возможность выиграть классные призы от «Волны идей». Поэтому мы ждем вашего участия. Ну и, конечно же, никакой конкурс не может обойтись без многоуважаемых членов жюри, которых я сейчас имею честь представить. Балетмейстер, хореограф-постановщик, солист высшей категории по направлению народный танец, педагог современной хореографии, лауреат международных конкурсов по современной хореографии Евгений Глинский, Минск, Беларусь. Мультиинструменталист. Композитор, музыкант, шоумен, педагог, солист, вокалист высшей категории Национального академического народного оркестра имени Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича, артист оригинального жанра, победитель многочисленных международных проектов и конкурсов, Игорь Задорожный, Минск, Беларусь. Автор психологического театра, художественный руководитель вокально-хореографического ансамбля «Галеровые горошки», учредитель международного фестивального проекта «Волна идей» Алла Ганшина, Минск, Беларусь. Концертмейстер, композитор, лауреат всероссийского конкурса «Новые имена», стипендиат фонда Министерства культуры Российской Федерации, преподаватель направления «Инструментальная музыка» по классу фортепиано Юлия Дегтярева, Минск, Беларусь. Итак, а мы готовы начинать второй фестивальный блок. Блок театра, музыки и вокала. И первая номинация – это драматический спектакль, ансамбль «Смешанное». Мы приветствуем участников под номером 1. Образцовый театр «Фантазеры». Надея, Собаки, Теофила. Встречайте. Ирмаш! Сегодня в королевстве одного напоминания Ирмаш! Усею приходите на Ирмаш!
на пароход и отправимся в бывшую Украину, в принципе. Переказываться башня, и мы не обладаем свежую шаслю. Так. Я заплачу.
Ой, так, я не вижу меня, ноги, шутка, я не знаю.
Со мною пронайшь, я это дышу.
Ну что же, мы продолжаем. Следующая номинация – художественное слово, соло, 8-9 лет. Выступает участница номер 2 Анна Потопейко. Не кажите, что малая. Следующая номинация – эстрадный вокал, ансамбль, смешанная. Образцовая эстрадная вокальная студия «Клио». Мы поверим в чудеса.